И вновь автомобильная тема. Какую машину выбрать и как получить скидку? В Курске прошел автопробег, посвященный 45-летию начала строительства завода «КамАЗ». Специалисты рассказали о модельном ряде, а также презентовали новую государственную программу утилизации, благодаря которой можно получить скидку на покупку нового «КамАЗа». Зерно, свекла, комбикорм. Ежегодно курские аграрии перевозят порядка 10 миллионов тонн груза. На вооружении сельхозпроизводителей около 4 тысяч машин марки «КамАЗ». Крупнейший в Черноземье официальный дилер компании «Курск Бизнес Авто» работает на территории нашего региона. Здесь владельцам крупногабаритной техники готовы предложить самый широкий спектр услуг. От качественной мойки до капитального ремонта двигателя. Для наших покупателей запчастей, для действующих и потенциальных, хочу сказать, что «Курск Бизнес Авто» обладает единственным магазином в Курской области оригинальных запчастей «КамАЗ». «Курск Бизнес Авто» – один из наших отличнейших дилеров. Прекрасное предприятие, современные технологии. Нас это радует, то, что на таком приличном и эффективном предприятии обслуживается сегодня «КамАЗ». В рамках автопробега презентация новинки – магистральный тягач КамАЗ-5490. Также вниманию аграриев исчерпывающая информация по государственной программе утилизации. Получить скидку на приобретение нового автомобиля может каждый владелец машины грузоподъемностью от 3 тонн. В Курске такую возможность предоставляет единственный официальный дилер завода – компания «Курск Бизнес Авто». Дочернее предприятие корпорации «Грин». Во-первых, он должен снять его с учета в ГИБДД, получить справку о том, что снято с учета в целях утилизации. Дальше он отправляется на утилизационный пункт, сдает машину и получает акт о том, что эта машина у него принята в утилизацию. После этого он приезжает к нам, и здесь он может выбрать автомобиль по своему вкусу со скидкой 350 тысяч рублей на одну машину. Государственные субсидии сегодня предоставляются и на обновление сельхозтехники. Скидка в 15% при покупке тракторов и машин отечественного производства. В этом году мы уже представили таких скидок на 50 миллионов рублей и запросили дополнительное средство, чтобы нам выделил Минсельхоз, поскольку эти лимиты мы уже освоили. И я думаю, что это также служит тому, чтобы обновить машино-тракторный парк. От набережных Челнов до Ставрополья автопробег проходит по ключевым аграрным регионам страны, чтобы в диалоге с сельхозпроизводителями оперативно решать все возникающие вопросы и помогать взаимному развитию. Юлия Абрамова, Андрей Дегтярев, телеканал «Сейм».